В педагогическом колледже города Семей имени Мухтара Омарханула Ауэзова прошел конкурс «Бершанрах Астында» для студентов первого курса. Данное мероприятие посвящено 1 мая, Дню единства народов Казахстана. В конкурсе приняли участие 12 групп, которые показали свои лучшие выступления. Цель мероприятия – пропаганда мира и межнационального сотрудничества, искусства и традиций, культуры и языков народов, проживающих в Казахстане. Действительно, страна – будущее страны. Идеальное будущее Казахстана зависит только от нас самих. От ответственности каждого гражданина, проживающего в Казахстане. Это зависит от сознания каждого гражданина. Если мы будем сплоченной страной, если мы будем едины, то нас ждут большие победы и достижения. На базе педколледжа у нас активно работает казахский социально-культурный центр. Это общественное объединение, это активисты. И сегодня перед началом большого фестиваля они продемонстрировали свое отношение к жизни, свою жизненную гражданскую позицию. У нас замечательная молодежь, талантливая. И этот флешмоб, в котором приняли участие более 200 студентов-первокурсников в разных национальных костюмах этноса, они танцевали и проявляли отличное настроение. Фестиваль прошел в три этапа. На первом этапе каждая группа представила разделенные блюда различных национальностей. Второй этап – каждая группа должна ознакомить зрителей с традициями, обычаями и культурой представляемого ею народа. На третьем этапе участники представили дефиле в национальной одежде. Кроме того, в целях укрепления сотрудничества между колледжем и родителями в учебном заведении прошло общее родительское собрание сотрудничества колледжа родителей и студентов «Залог качественной профессиональной подготовки». От всей души поздравляю с прекрасным праздником. Мы сегодня представляем узбекскую нацию. Менталитет каждого этноса, их образ жизни уникален, и показать и рассказать вкратце о них за 10 минут тоже является талантом. Этот праздник – праздник дружбы, уважения и солидарности. Это принципы, необходимые для мирной жизни в стране, населенная более чем 130 национальностями. Каждая из этих национальностей обладает уникальными традициями и культурным кодом. Однако на территории Казахстана мы один народ, который живет дружно. В этом и суть первомайского праздника. Ярослав Дюсенбеков, Айдос Айткалиев, телеканал Семей.